Итак, дорогие друзья, значит, я все подготовила, да, мы сегодня с вами готовим из книги «Дешево и сердито», значит, по рецепту яблоки моченые с добавками. Я все подготовила, да, я приготовила, значит, я почистила, да, нашу тыкву. Почистила, помыла, да, поставила ее подсушиваться на тарелочку. Значит, я помыла, почистила нашу морковку. Также поставила все это, положила подсушиваться. Да, и я подготовила наши яблочки. Да, наши яблочки. Значит, у меня здесь 7 штук. Да, 7 штук. Вместо 10. Итак, значит, да, я помыла кастрюльку нашу, которая нам понадобится. Итак, значит, да, все готово. Значит, дальше, да, дальше мы читаем, что здесь у нас идет по рецепту, что мы должны сделать, да, сам процесс приготовления. Значит, морковь и тыкву очищают и нарезают соломкой. На дно посуды, значит, мы должны, да, подготовить с вами стеклянную тару или эмалированную посуду. Значит, у меня это стеклянная банка трехлитровая. Значит, на дно посуды кладу тонкий слой моркови с тыквой так, чтобы дно было полностью покрыто. На такую растительную подушку кладут нарезанные на 4 части яблоки без семенной коробки. Яблоки посыпают сухими листьями, цветами, потом снова овощи, тщательно промытый и ошпаренный изюм. Но у кого есть изюм, да, добавляют изюм. У меня изюма нет. Верхний слой состоит из овощей. Готовят заливку. Значит, для этого, да, нам понадобится вот как раз-таки вот эта большая кастрюля, в которой мы будем греть нашу воду, кипятить для заливки. Одна столовая ложка на литр воды. Соответственно, да, если у вас, у меня вот трехлитровая банка, значит, это 3 литра воды, да, 3 литра воды и 3 столовые ложки соли. Из расчета, да, столовая ложка на литр воды. Добавляют сухую мяту, мелиссу лимонную и сразу же снимают посуду с огня. В теплом виде вливают жидкость вместе с листьями так, чтобы яблоки и овощи были полностью покрыты жидкостью. Через 6-8 дней при комнатной температуре хранения яблоки и овощи употребляют в пищу. То есть вот весь рецепт, да, сам рецепт, да, и сам процесс приготовления. Итак, значит, да, у нас все готово, мы можем приступать к приготовлению. Значит, ну что мы делаем? Значит, мы морковь и тыкву, да, нарезаем соломкой, можно натереть это на терке. То есть кому как удобно. И все это кладем, да, на дно нашей посуды подготовленной. Либо это стеклянная, либо это эмалированная посуда. У кого что есть. Выкладываем, да, и яблоки. Яблоки мы должны очистить дно, очистить сердцевинку, да. То есть полностью, да, семенную коробку должны мы удалить. И разрезать яблоки на 4 части. На 4 части. То есть пополам, да, и еще на 2 части. То есть получится 4 части. Да. И все это кладем уже поверх моркови и тыквы в нашу посуду подготовленную. Да. То есть как бы выкладываем слоями. Итак, значит, нарезаем соломкой или натираем на терке морковь и тыкву. Яблоки разрезаем на 4 части, удаляем сердцевину. Да, и все это начинаем закладывать, да, в нашу подготовленную посуду. Итак, увидимся в следующем ролике.